Итак, ребят, всем привет! Сегодня хотел бы сделать игру, обзор на игру Crossy Road. Это игра про птичку, которая должна перебегать дорогу, должна собирать монетки и мешать нам будут машины, собственно, это сделать. Ну и не только машины, много разных препятствий. Передвигаться можно тапами, также свайпами, то есть вбок. По бокам, получается, в стороны, назад и вперед. Цель игры – дойти как можно дальше. Естественно, по мере прохождения это будет становиться все сложнее и сложнее. Вот такие большие будут дороги появляться. И если вы вот так вот затормозите, то есть не будете, просто будете стоять на месте, вот сейчас попробую. То есть стоять, тупить, ждать, пока проедут все машины, за вами прилетит вот такой вот орел. То есть надо здесь все делать очень-очень быстро. Игра на самом деле выполнена в таком стиле. Сейчас модная, пиксельная такая вот графика. Это все пошло с Майнкрафта, с Флэппи Бёрд. На самом деле игра очень захватывает, интересно играть. Если у вас есть телефон на андроиде, попробуйте. Блин. Сейчас попробую пройти как можно дальше, по-серьезному поиграть. В принципе, по бокам можно даже и не прыгать. Вот это самое, пожалуй, сложное вот это вот препятствие, это вода вот с этими бревнами плавающими. Очень тяжело попасть. Блин, так, сейчас попробую еще раз подальше пройти. Какой-то трафик нереальный. Раньше было как-то попроще. Может быть, игра вот когда в последний раз обновилась, может, они сделали ее посложнее, потому что машин очень много. Стало. Так. Успел. Также есть вот такие вот железнодорожные переезды. Блин. Опять я запоролся на воде. Давайте еще раз попробую, наверное, последний раз. В общем, вы поняли, наверное, суть игры. Да, ё-моё. Кажется, что успеешь, но когда прыгаешь прям под машину. Кажется, что время еще есть и успеешь перебежать дорогу. Ай, блин. Ой, не туда прыгнул. Сейчас попал под поезд вообще. Чуть-чуть не успел. Давайте последний, наверное, раз. Оторваться действительно, да ё-моё, оторваться очень сложно. Игра реально прикольная. Так. Ну, ё-моё. Я все-таки дойду. Дойду подальше. А то что-то сегодня вообще не клеится игра. Так, так, так. Да ё-моё. Сложно играть. Ё-моё, прям под поезд. Ну капец, какая-то игра сложная реально стала. После обновления, наверное, усложнилась. Так, быстро я тут все обскакал. Даже сам не верю. Ай, блин. В общем, вот такая игрушка. На самом деле прикольная. Мне она понравилась. Всем советую поставить, поиграть. Сложно оторваться от нее. Реально такая убивалка времени. Хорошую игру придумали. На этом все. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.